90% успеха вашего бизнеса зависит от почему. И только 10% от как. Что это значит? Да, если просто сказать, это значит, если у человека нет понимания, если у него нет представления, зачем ему это надо, он может обладать всеми знаниями, всеми навыками, но встанет ли и сделает ли человек шаг для того, чтобы реализовать, приобрести здоровье или приобрести материальное благополучие? Нет, конечно. С чего обычно начинаем, когда мы начинаем говорить о почему? Все начинается с мечты. Все начинается с детства. На самом деле, очень многим взрослым людям тяжело мечтать. Когда люди начинают мечтать, чаще всего они цепляются за уже установленные какие-то стереотипы, за установленные какие-то, которые с детства у них программировались. И часто бывает, что человек думает, что это его мечта, он ставит ее, значит, превращает ее в цель и начинает работать, а энтузиазма нет. Он чувствует, что его не зажигает. То есть это на самом деле была не его мечта, а когда-то сформированная кем-то. Допустим, чаще всего на так сказать, семинаре, когда я говорю, у меня приходит такой пример, что там успех там, или богатство — это сидеть там в ванне с пеной и курить сигару. Ну, в кинофильмах, вот вражеские фильмы показывали, западные фильмы, все время. Да. И многие люди ставят себе, я не говорю, что эту цель как мечту, а подобные какие-то вещи происходят. Потому очень важно вам определить, что вас зажигает, что является вашей мечтой. А для этого возможно только если хотя бы на секунду просто представить себя детьми. Потому что у детей нет еще вот этого набора стереотипов, что есть хорошо, что есть плохо. Они просто хотят. И важное значение в определении мечты является, опять же, как и говорю, творческий процесс. Невозможно рационально придумать свою мечту. Это должен быть творческий процесс, то, что на самом деле вам хочется. Есть много разных техник. Одна из техник представляет, человек закрывает глаза, представляет, это мы вот на школе проводим сейчас, чуть-чуть в другом режиме мы сегодня будем работать. Но вы закрываете глаза и представляете себе, допустим, что вы миллионер. Вот как выглядит ваш идеальный день? Но достаточно ли будет этого? Давайте еще раз вспомним такую вещь. Что такое по своей сути мечта? Что вы делаете, когда мечтаете? Какие варианты есть? Фантазия. Фантазия, конечно. Мечта — это всего лишь наша фантазия. Но вы скажете, что я много чего фантазирую, но является ли все, что я фантазирую, моей мечтой? Нет, конечно. Мечты — это та часть наших фантазий, за которые мы готовы взять ответственность. Мало ли, что там я фантазирую себе. Фантазирую я себе иметь гарем, там, и иметь там 30 жен. Готов ли я взять на себя ответственность? И буду ли я об этом мечтать? Естественно, я об этом не буду мечтать, хотя пофантазировать я могу. То есть фантазии, мечты — это те фантазии, за которые я готов взять ответственность на себя. И вот когда уже я готов заделенные фантазии взять на себя и называю это мечтой, достаточно ли этого? Тоже недостаточно. Почему? Потому что моя мысль или моя фантазия, она — это всего лишь идея, это мысль. И она живет сама по себе в своем мире. Мир эйдосов его греки называют, или мир идей. И там обитают эти наши мечты и фантазии. Никакого отношения тому миру, который мы называем материальным, тому миру, по которому мы трогаем, там наступаем, щупаем, оно никакого отношения наша мечта и фантазия не имеет. Потому мы же не хотим просто фантазировать, мы хотим, взяв ответственность, чтобы эти фантазии реализовались. Потому первостепенная задача наша является привязать наши мечты к каким-то материальным объектам, к каким-то материальным критериям. И первое — это то, что существует и присутствует только в материальном плане, это время. Время и пространство. В другом мире говорят, что есть еще миры, параллельные миры. Я не знаю, в физике там говорили, куча каких-то миров есть.
и кучу измерений. Мы слышали только краем уха, что есть четвертое измерение. На самом деле их очень много. Я допускаю, что это так. Такое понятие времени существует только в этом мире, в этом измерении. И тоже вот очень символично, как греки называли вот этот невидимый мир, еще другие параллельные миры, они называли царство теней, аид. Почему? Потому что там события не происходят. Там события только отображаются. Там нет событий, там нет процесса рождения и смерти. Почему? Там нет начала, нет конца. Ибо что такое время, которое мы определяем? Это то, что имеет свою последовательность от чего-то к чему-то. И то же самое пространство. Потому время и пространство являются только критериями материального мира. Потому если я хочу, чтобы моя мечта каким-то образом, каким-то боком имела отношение к тому, что со мной в жизни происходит, первое, что я должен делать, это привязать его к времени и пространству. То есть определить, когда я хочу, чтобы эта моя мечта реализовалась. Когда я хочу, чтобы и где я хочу, чтобы это происходило. Вы можете параллельно сейчас не только записывать текст, а если у кого-то какие-то в этом смысле недоработки есть, есть какая-то мечта, но это не сделано было, определяйте сейчас. Сейчас самое оно время. И попозже я скажу почему. То есть если у меня есть мечта, когда и как только я начинаю ее определять во времени, что тогда-то происходит то-то и то-то. Это уже не мечта. Это уже цель. То есть, как только я поставил свою мечту во временные рамки и в пространственные рамки, она превращается в цель. Что необходимо для того, чтобы этот процесс проделать? От мечты переход к целям. Желание. Для этого должно быть у человека желание. Я знаю очень много людей, которые мечтают, или они говорят, что мечтают, но когда дело доходит, да, не хочу. Или люди любят называть такое распространенное слово, как лень. Ну, нет, лень. Как может быть лень быть богатым? Как может быть лень быть здоровым, радостным? Непонятно, лень. На самом деле понятия лени не существует. Есть понятие недостаточной актуальности. То есть человек для себя не осознает этой надобности. Мы на них долго останавливаться не будем, потому что я так предполагаю, что здесь в основном уже собрались, раз вы здесь сидите, это люди сознательные, это люди, которые уже взяли ответственность на себя за свою жизнь в первую очередь, и потом уже за свои мечты. То есть это желание, должно быть мое желание, проявленная воля, то, что я на самом деле этого хочу. И когда у меня присутствует это желание, я начинаю совершать какие-то, например, превращать мечты в цели. Что еще? Значит, и пространство. Да, мы договорились, что еще определять в пространстве. Когда? Если я хочу провести какое-то мероприятие, и я ставлю сроки, я не прописал, где это мероприятие может произойти, оно может произойти где-то, где я в это время не окажусь. Представьте себе такую вещь, что каждое ваше желание, каждые ваши цели, допустим, что существует где-то какой-то волшебник. И он исполняет ваше желание. Объясните ему четко и конкретно, чего вы хотите. Люди, когда пишут мечты и цели, они пишут на 3 страницы. Я хочу, и пишут. И в итоге конкретного ничего нет. То есть должна быть четкая определенная конкретика. Чего вы хотите, за какой срок, какому сроку, чего вы хотите добиться. Потому что вас просто не поймут там, где это происходит реализация этих, этой мечты и цели. Следующее. Какие еще вы варианты знаете, возможности, какие еще знаете или можете предположить материализации? Привязки к материальному миру. Написать. Правильно. Почему? Когда я пишу, это тоже материализация. Бумага. Материальное нечто. Слово, которое стало плотью, тоже материально. Чернила или карандаш, которым вы пишете, тоже материально. Но не это главное. Главное, что пока вы думаете, что вы думаете, на самом деле это одна из иллюзий людей. Они думают, что они думают. На самом деле
на самом деле люди не думают. Это мысли думают их. Вот вы сейчас сидите и думаете, что вы думаете. На самом деле это не вы думаете, это мысли думают вас. Но когда я начинаю прописывать, те, кто это делал, они обратили внимание, что это процесс. Что невозможно. Мне это вроде кажется, что я четко знаю, чего я хочу. Но когда я начинаю писать, я переписываю, зачеркиваю, формулировки меняю. Что это целый процесс. Вот это и есть процесс материализации. Это и есть то, что вы накручиваете своим желанием, своей волей, подтверждая каждый раз, что да, вы на самом деле этого хотите. Еще какая форма есть? Коллаж. Коллаж. Проговаривать. Правильно, еще одно характерное, это вибрация, звук материального мира. Но здесь знаете, что еще очень интересный момент, что не только проговаривать. Проговаривать это хорошо, еще очень огромное значение имеет на публике проговаривать. На аудитории. Чем больше аудитория, тем сильнее это работает. И когда человек для себя там втихаря что-то, какие-то цели себе ставит и проговаривает, то, как правило, он так и действует. К примеру, женщины меня поймут лучше, чем мужчины. У многих женщин, наверное, было такое, что вот прописывается, все, я сажусь на диету. Все, у меня разгрузочный день, я ничего не сниму. Но об этом никому не говорят. В тетрадочке тихо себе прописали. Как вы думаете, через полчаса где эта женщина будет? У холодильника. У холодильника. Через час холодильник пустой. Это не работает. Она забыла наклеить на холодильник, что опасно. Все равно не работает. Да. Но если она для присутствия своих домочадцев заявит, скажет, родственники, там, семья, там, как хочешь обратиться, и скажет, что я все, решила сесть на строгую диету. Но вы знаете, если даже через полчаса она окажется у холодильника, то как минимум ее спросят, что ты здесь делаешь. То есть то, что человек сам в себе прокручивает, это не так работает, как то, что человек проговаривает на аудиторию. Это одна из форм аффирмации. Дословно аффирмация – это заявление, торжественное заявление, или в некоторых случаях с латыни торжественная клятва. По-английски оно переводится как заявление, а по латыни как клятва торжественная. То есть это когда я торжественно заявляю об этом. То есть первое, что вы делаете, пробегусь еще раз, это время и пространство. Когда, где и что должно произойти. После чего вы прописываете. И после чего вы проговариваете. Вот это начинает работать. Это то, что уже касается. Это уже когда мечта превращается в цель. Мечта – это нечто более обширное, расплывчатое. Цель – целенаправленная. Это стрела. Цель – это стрела. Многие, есть люди по своему типу и стилю коммуникации, стилю общения, они их называют целенаправленными людьми, которые умеют ставить цели. Они ставят цели, неважно, надо ему, не надо, он поставил цель, он ее реализовал. И это те люди, которые всегда попадают в десятку. Хотите, покажу, как попадать в десятку? Но дело в том, что, казалось бы, это хорошо. Казалось бы, о, я так и буду делать. Когда у меня нету мечты, когда у меня нету большой цели, можно повыше, не давайте, чтобы над вами, чтобы я видел аудиторию. Когда у меня нету вот этой большой цели, то все вот такие выстрелы, они выглядят как стрельба, куда попал. Как человек перепугался и начинает бах, 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 стрелять. И ничего толком в его жизни не формируется. Какие-то отдельные успехи есть, но ничего ему это не дает, ни к чему не приводит. Потому когда вы определяете себе глобальную цель, или как хотите назовите, смысл жизни, или мечта, или там, предназначение, как угодно, то потом, вставя вот эти все цели, они приобретают векторность, направленность. Они все служат на одной цели. Почему это важно? Да, я стреляю куда попало, я реализую эти цели, я затрачиваю энергию. Я затрачиваю свои душевные силы. Мне нужно прикладывать волю для того, чтобы сделать шаги для реализации этой цели. Но когда мои цели служат тому, что меня вдохновляет, энергия высвобождается. Как ни странно. Это то, что называют энтузиазм. Это то, что называют вдохновением. И тогда человек может горы свернуть на своем пути. Любые препятствия ему не препятствия.
И он не устает, а наоборот еще больше и больше вдохновляется, чем ближе становится его мечта. Теперь я хочу спросить, понятно, как надо работать, как пробуждать свой творческий потенциал, как превращать мечты в конкретные цели. И для этого в помощь еще один маленький нюанс, который необходим, это то, что называют коллаж. Многие из вас об этом знают, многие слышали, потому еще раз скажем, что вы делаете? Это домашние задания те, у кого еще не сделано. Берете, ну такое не надо, чуть поменьше можно, лист бумаги. Вот. Соответственно, ваши мечты. Ваши мечты должны быть столь же велики и значительны, как и вы сами. Потому берете лист бумаги, формат любой, такой-сякой, вклеиваете туда свою фотографию и вокруг этого листаете журналы, там, я не знаю, в интернете, фотографии находите то, что возбуждает ваше воображение в отношении ваших целей, которые вы ставите, в отношении вашей мечты. Если вы хотите дом, значит вы находите такой дом, какой вы хотите иметь, вырезаете и клеите. Если вы хотите машину, найдите такую машину, какую вы хотите, вырезаете и клеите. И когда это все наклеили, этот коллаж должен стоять на проходном месте. Не прячьте его под матрас. Это работать не будет. Почему? Потому что когда вы ходите по делам, вы даже не обращайте внимания. Вы дома ходите с одной комнаты в другую, когда она в поле зрения, периферическое зрение цепляет образы и возбуждает ваше подсознание. И у вас все время в подсознании актуальность достижения этой вашей мечты. Плюс хорошо, если вы еще будете сознательно смотреть. Это подсознательно. А сознательно утром и вечером, вечером особенно при отходе и перед сном, садитесь, ставите свой коллаж перед собой. И начинайте вот эту всю работу внутреннюю. Еще раз говорю, об этом мы еще будем говорить. То есть вы воображаете, представляете и утверждаете. Если вы будете это делать каждый день, еще раз скажу, вы обречены на успех.